Работники бюджетной сферы внимательно слушают представителей власти, а в уме уже прикидывают, хватит ли зарплаты на новое жилье. В городце заявки на участие в программе подали 75 семей. А областной бюджет потянет только 50, говорят чиновники. Сейчас люди активно собирают документы. Дома пока на чертежах, готова только площадка под жилье для бюджетников. Министр социальной политики Ольга Носкова идет на место будущего строительства, не жалея каблуков. Такие малые города, вот Городец, наверное, яркий тому пример, когда ты вроде и в городе живешь, но вместе с тем ты живешь на земле, и это здорово, этому такому стопроцентному горожанину можно только остается только завидовать, что вот есть такие места и есть такие территории, где можно получить дом вместе с землей. Достанутся дома бюджетникам не бесплатно, хоть и на более чем выгодных условиях. 10% стоимости оплачивает будущий собственник, 10% областной бюджет. А дальше владелец платит просто рассрочку. Всю переплату по ипотеке берет на себя область. Например, дом стоит 2 миллиона рублей, то есть 200 тысяч он платит самостоятельно, 200 тысяч платит областной бюджет, 1 600 000 оформляется ипотечный кредит, по которому без компенсации платеж составляет примерно 19 тысяч, с учетом компенсации примерно 6 тысяч будет платить сам участник. Эта новая региональная жилищная программа ипотечного кредитования решает две задачи – строить больше жилья и ответить на квартирный вопрос семей бюджетников. Есть категория людей, которые не попадают под эти программы, значит, но в очереди стоят и нуждаются, значит, очень много лет. То есть вот у нас на территории района очередь начинается с 71 года. Ну а те, кто уже решился участвовать в этой программе, конечно, волнуются. Для семьи Рукавишниковых условия ипотеки, конечно, соблазнительные. Практически всю жизнь они всем семейством живут на 36 квадратных метрах. Но вот доходы более чем скромные. Валентина по профессии библиотекарь, супруг водитель. Страшновато, но так хочется пожить для себя. Отдельно пожить молодой семье. Вот у нас молодая семья, живем вместе. Представляете, мужа поколение другое, растет внук, ему 3 года. Хочется, чтобы к той поре, когда он пойдет в 1 класс, у него была своя комната. Вот мне, как бабушке, мечтается об этом. Всего по этой программе за 3 года регион построит более 68 тысяч квадратных метров нового жилья для 1000 с лишним семей бюджетников. С 2005 года эта цифра выросла вдвое. Скоро и в городце на улице Коммунистической наступит светлое будущее. Евгения Микаэлян, Ксения Доринова, Сергей Пермовский. Объективно, ННТВ.